А тем временем перемещаемся в Печатники, пока боевая техника готовится к выходным. Сегодня будет пилот, который будет учиться ездить по мокрому, объезжать лужи, контролировать себя, контролировать автомобиль. Вот. Ну и Жига, там, дрифт-такси пару человек приедет. И на всякий случай подстраховать. Вдруг техника, она же иногда подводит, а вот эта аппаратура не подводит. Ну и плюс, есть сегодня мысль, если ученик будет нормально катать, сегодня 3 часа, то предложить парня. Но это будет зависеть от него.